Здравствуйте! Упражнения для детей. Как использовать вот такой замечательный коврик для развития движения? Стою ножками и начинаю делать скручивание. При этом я могу смещаться назад, вперед, в сторону, тут куда захочу. То есть двигаться. Дальше. Можно двигаться за счет легких прыжков. Видите? Вперед, назад, в сторону. Можно, соответственно, двигаться на одной ноге. При этом мы следим за тем, чтобы коврик не потерялся. Видите, как просто. Дальше раскручивание. Раз, повернулся. Раз, на одной ноге. Вот таким образом нехитрые упражнения можно потренироваться. Стоя можно делать сидя. Что можно сделать сидя? Ножки приподнял и давай себя закручивать руками. Или крутанул, и какое-то время вот я здесь кручусь. Дальше. Хорошее упражнение, если у вас скользящий пол. От стеночки оттолкнулся ногами. Что происходит? Ноги, соответственно, укрепляются. Руками держусь, ножками отталкиваюсь. Ну и наше любимое — это протирать пол. Берете тряпочку и начинаете двигаться, крутиться, подскакивать, подскакивать, всяко разно. Вот. Закрутили, подбросили, поймали, встряхнули. Готово? Угощайтесь.